Сегодня мы возьмем 100 граммов ветчины, 1 хурму, 1 апельсин, зеленый лук, микс-салат, натуральный йогурт и горчицу. Из этих продуктов приготовим необычный салат. Ветчину нарезаем соломкой. Апельсин чистим, разделяем на дольки и каждую из них нарезаем на треугольнички. Соединяем ветчину и апельсин, тогда мясо немного промаринуется в апельсиновом соке. Теперь займемся главной героиней – хурмой. Ее тоже нужно избавить от верхней одежки и нарезать небольшими дольками. Хурму рекомендуют употреблять при анемии и гипертонии для нормализации липидного обмена и поддержания состояния печени и желчевыводящих путей. Хурма полезна и при нервном и физическом истощении, поэтому в период активной учебы или занятий спорта стоит включить в свой рацион хурму. Нарезать нужно и зеленый лук. Теперь соединяем все элементы и осталось только заправить. Смешиваем йогурт с горчицей, заправка готова. Поливаем ею салат, перемешиваем, выкладываем на тарелку. Фруктово-мясной салатик готов. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.